Рады вас видеть, дорогие зрители! Вы на канале, который посвящен жизни и творчеству российских знаменитостей. Однако сегодня мы вынуждены рассказать крайне печальную новость. К сожалению, после череды больших потерь, которые уже пережили поклонники кино и театра, а также вся Россия, вновь пришла очень грустная новость об уходе популярного актера. Многие поклонники отмечают, что очень сложно не заметить, как за последнее время нас покидают один за другим мэтры своих жанров, известные люди, о которых будут помнить всегда. Почему так происходит и что стало причиной, гадают многие. Однако неизменным остается то, что сегодня мы обязаны сообщить об уходе Александра Гетмана. Всю свою жизнь он отдал театру и самоотверженно трудился на этом поприще всю жизнь. Сыграл сотни ролей, а также являлся очень талантливым режиссером и сценаристом. Об уходе актера сообщили в его родном театре, где отметили, что Александр Гетман совсем не проходной актер. Это человек, который имеет крайне выразительные данные и очень тонкое чувство стиля. Эту потерю будут помнить всю жизнь. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь и берегите себя.